Йорк Роскоп. Матч, который проходит до трех побед. Сантиметров, и изменены правила подачи. Теперь нельзя прикрывать рукой либо мани. Ну вот, наконец-то сейчас пытается спортсмен из Беларуси Евгений Щетинин. Александр Питкевич на стане. Очень много говорил Питкевич в первом сете. Пока опытному белорусскому спортсмену. Вот очень важно. Три сейчас очка отыграл белорус. Белорус. Правда, вряд ли. В составе своей сборной его нужно назвать ветераном, как и Щетининов, рот тренера. Очень много они встреч. Ну и в целом статистика встреч не в пользу. Женщин тем временем завершился турнир. Позже я расскажу. У некоторых активный. Республики Германии на чемпионатах Европы полуфиналистов. Причем выступление по медалям он продолжил и в Гетеборге. Выступил, ну и в основном все его показатели победные в Европе. Побеждал на Европе. Белорусу уверенно повести в счете. Вчера топлены 16 сборных. Здесь, конечно, понятно, что рядко играть и там. И в итоге в венгерах. И в решающей встрече со сборной командой. И потом завершился убедительной победой сборной Италии. Представляете себе? Именитая Фордини с одинаковым пал за сборную Италии. Так что вот в супердивизионе золото завоевали итальянки не только своими собственными усилиями, но и усилиями лидера. Там белорусскому спортсмену и краешек стола мяч задел. Продолжается. Немец уступает. 3-4 пока. У подъездного Монблана. Горнолыжных трасс. На сей раз здесь. В парном разряде. Финишировал пятым. Подопечные Микаэля Вартаняна и Виктора Батова. В общем, здесь команды. Сборная команда в новой европейской лиге по итогам прошлогоднего чемпионата Европы участие должна не принимать была. 22-й. То итальянские девушки по итогам Забрельского чемпионата Европы. Как выяснилось, вспоминать о том, как сборная Италии попала. В итоговом протоколе будет знать, что сборная Италии чемпион. Перехват. Элемента неожиданности. Ну и кстати,
Беларусь. Мирового, европейского. И тогда победит 2-0 белорусы. Плана. И говорят сейчас о Щетине, что он словно второй, что подопечный Александра Питкевича здесь выглядит просто здорово. Питкевич уже национальную мужскую сборную. Конечно, много значит этот финал для белорусов. Вот сейчас, в 89-м году в далеком Дортмунде был лучшим в паре. Ну и, кстати, у него за плечами ведь две медали олимпийских игр. Сейчас пока 33. Никак пока не может раскусить этот белорусский крепкий орех. Команда Германии на протяжении многих-многих там, причем дважды, вчерашней встречи молодого Золтана Фейхера Коннорта, который вместе с Тимо Боллом побеждал в 2002 году на Европе в паре вместе с Йозефом Плахи. Помните, знался, что уловил момент, когда в пятом сете занервничал его оппонент и, в общем, сразу воспользовался. Рано белорусские команды Евгения Щетинина. Не раз встречался он с Роскопфом. Смотрите, что творит. Вытаскивает Щетинин. Побыла. Но, тем не менее, можем сказать, что восстановил свои кондиции германский теннисист. И он ошибается.